Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной велопробег. Комсомольск на Амуре, поселок Хурба, Амурский мост, озеро Мылки, обратно Хурба и Комсомольск на Амуре. Ну вот, в команде профессионалов-спортсменов, любитель один я. Надеюсь, меня по дороге не потеряют. Что из этого получится, посмотрим. Вот, просто спокойненько постоять, не мешая выезду с базы машин всяких продуктовых. Вот, стоите, ждете. Аккуратненько. Я по магазину пробегусь, минут за 15. Закуплю вот этот с тысяч. И дальше мы едем. Вокзальная, Первостроителей, Магистральная до конца. Налево, Юбилейная и на выход мимо. Чего там, Капсоли, до Хурбы. До Хурбы едем, без остановок. Там только отдохнем. Зайдем, возьмем одного всего мальчика, Ильчика всего согласился. И может быть Машу, которая с тобой сидит, навестим на 3 минутки. Вот, шоколадку подарим, поедем дальше. Ясно? За что шоколадку? Бросайте, ясно? То есть я буду за столом сидеть. Дальше. Бидон. Стоил 28 рублей. У нас их два. Будем все мыть, отмывать. От песка они стояли где-то, засыпались этой штукатуркой. Неси. Сзади. Так. Так. Второй старый способ. Вот такой хрень. Вбиваем. Вот на эту палку ставим вот так. И еще одна треножка. 5, 6, 7, 8, 9, да? 8. А вас сколько? 1, 2, 3, 5. Короче, по старшинству начнем со взрослых, потом для кухни, потом что там еще? Кто замечания не получал, кто не опаздывал. Все стоят. Стоят. Вот, задним колесом к бордюру становись. Нужно. Ну что, ударим велопробегом по бездорожью. Сделали небольшую остановочку, закупиться продуктами в супермаркете и двинем дальше. А вот и солнышко показалось. Стелла Комсомольска на Амуре. Ну, потом в Ютубе посмотрим. Да, я так смотрю всегда. Ну что, подставили вас родители, а? Когда послали-то на такой большой поход, а? Ой, большой. Я, Иван. А? Чуть так жарко, еще лето не наступило-то, да? Нормально себя чувствуем? Да, может. Вообще, ума. Вот, так и едем, чапаем. Все как запланировали, пока едем. Все, подъехали к проезжей части.
Смотри, сколько вагонов. Сортировочная станция. Вагоны, вагоны, и до бесконечности. Дачный поселок. Подъезжаем к поселку Хурба. Там же находится аэропорт. Км позади. Погода за бортом солнечная. Плюс 20 по Цельсию. Дождя не ожидается. Аэропорт налево, мы прямо. Поселок Хурба. Что, наш самолет совершает посадку в поселке Хурба? Это местная школа. Событие школа, поворот. Ты что, месяц в школу не походил и все? Забыл, где школа родная находится, да? Перекресток проехали. Налейте. Я всегда три башка соберу. Три башка он берет. Главное, чтобы ты их с собой вез, чтобы машина не устала. Пала можно помнить. Всех остальных можно запоминать. Мы их сейчас позадушим. Побросаем, да? Так, иди карту выбери. Клади рюкзак, пакет что это. А вокруг не доедет. Что превратился в мотоцикл? Такая. Ну, нормально.
нормальная погода, еще жары не настало. Вот мы по Абхазии ехали, там была вообще жарко. В Гаграх? В Гаграх там вообще жарко. Сухуми. В Гаграх жарко. Сухуми это грузинская, они же выгнали грузин. А вот забыл. Даже Сбербанк есть. Вот через два дома я сейчас прямо остановлюсь. Маша, поехали с нами. Техника, да? Да. Молодцы, пацаны. Сейчас выезжаем с поселка Хурба через поселок Новый Мир и до Амурского моста, километров 15. 25 посади, сейчас еще 15. Следующая остановка. Подъезжаем к поселку Новый Мир. Впереди мост через Амур, но мы через него не поедем, уходим влево, а мост остается впереди. Перестраиваемся в левую полосу, потому что будем сворачивать налево.
Поехали, поехали. Съезжаем с трассы. Можно я? Все, поехали. О, ненавижу песок. Ты как упал здесь? Я не здесь упал. Вот там. Там поворот. Какой? Первый поворот, да? Нет, там сейчас все долго. Больше до поворота. Как? До нашего места еще начала нет. Да, если честно. Да? Да. Дороги недалеко, посмотреть доски. Ой, доски. Палки, да. Чуть-чуть, недолго.
Выкуривай ноги. Ага, крючок вниз, между. Алексей Викторович, что делать? Решить задачу. Задачу посвятишь? Ложи, я шагу. Я прям по кроссовкам. Можно, ты чё пустой? Чё пустой? Все. Картошка вон, Ольга Валентиновна понесла. Да вон. Можно вот этот. На эту сковороду. Вот туда читки. Взял стульчик, сел на стульчик. Да. На травку покидал, потом можно. Да? Куда это? О, можно я картошку почищу? Можно. Ты что, из дома я уже голодный? Вылезайте отсюда, не надо сидеть. Да можно. Не знаю, вынесли вот все. Вы что все вещи выкинули? Так, кому нечего делать? Семен! Где Семен? Что тебе вставить? Все сам. Ты большой, должен собрать. Давай, все туда ближе. Палатки, чехлы, камеры, тенты. Ну, как минимум он туда. Я могу воду проверить, глубину. А я хочу кайф. На стуле президент. Ты мне проворот заполняй. Ну это не бей. Ой, я забыла закрыть. Надо там где-то крышки рядом закрыть. Я разговариваю, ты ждешь. Так у меня было лицо болит, как будто я загорела лицо. Вы что сидите? Еду сюда носите. Пряники, пойдем. Мешки с едой, суп. Меня обманули, они разные. Кто разные? Крышки? Да, не угли. Слушаешь вот это? Вот она. Картошку сюда тащите. Камера огромная. Чай давай. Что сидим? Быстро на палатке. Все, интеллект, пока. Мне нужен помощник на кухню. Вот он, вот он. Самый умный, он в очках. Я пошутил, что я пошел на повар кондитера. Давай, пошли. Нет, у меня уже было два шага. Срежем палец. Дуги, дуги, дуги. Иди быстренько, вот так, раз. Все, ничего страшного не происходит. Это просто кирпич. Вот. У нас один котелок стоит вообще без дела. Быстро. Так, кто свободен? За мной. Палатку другую бери. Все, это не работа. Бери палатку. Мне розовенькая нравится. У тебя выбора нет. Все, репетируем вот здесь. Все, это когда тент на ней стоит. И жить в ней можно. Идет? Живо, да, тоже отлично вообще. Развязываем узелок. Ну-ка, помогай. Только делайте с разных сторон. С одного края и с другого края. Связываем так, чтобы было легко развязать. О, кино. Приехало кино. Так, пацаны, бегайте в кружке, хотя бы принесите воды технические, чтобы вот с земли поднять вон ту картошку, а это так, так. Воды технические. Бутылки все сюда, все сюда. Кто я? Ну что я? Я кричу давай, бутылки. Давай, давай, а я за вчерашнее ему. Ну-ка, лошадь ко мне. Он ножом махается. Помахаюсь. Достал консервы и открыл их быстро. Вот я надо умею искать морковку, что там к супу, пачки с супом да, несите давай, какие. Алексей Викторович, а вот, да. Это растяжка. Алексей Викторович, прям все консервы. Какая разница, я же мне надо махать, дурашил. Хорошая палатка. Дощечки. Дощечка где-то еще. Вон дощечка сзади. Вон сзади, что она? Мокнет?
сохнет. Ложку дайте хоть одну. Бесплатно, вот в корзинках. Алексей Викторович, скажите, что... Поварёшку не взяли, ё-моё. Мы взяли поварёшку. Только черпалку для компота. Да потому что один я думаю о еде. Морковка есть? Морковка есть или нет? Нет, морковку нет. В смысле? А для супа я же говорила. Ну, забыл. Ваня, боже. Я решил 10 тысяч задач. Чего пойти в поход. Лимон помыли? Да. Там в воде. Ты его для чего режешь? Мы его измельчим. Того не было тарелки, тот ест после тех, кто поест. А что, у вас ничего нет? Есть. Ну, я же должен их учить жизни. Нет. Иначе они опять придут без тарелки. Алексей Викторович, у меня тарелки нету. Ой, какие банки. Ну, вон рот, голубенькая, маленькая, если честно. Можно из кружки. А тебе вообще ничего не достает. Можно большую кружку. А почему они там сидят, а мы здесь как? Ты за то, что самый слабый спортсмен в нашей команде. Вы отстаете всю дорогу. На тренировках все время нудите, ноете. У вас самое удобное место. Можно лечь прямо и лежа, прямо и есть из чашки. Прям лежа. Так, посмотрели на меня. Группу выложу. Как будто кормили вас. Так. Ты что? Ты мобилу утопил? Не как Глися, да полетел. Нет, не мой. Но я несу за него ответственность. Телефон либо возьмите. Поплыли на тот же. Очи. Да, поплыли. Кроссовки новые. Берите туда. Вот это не перевернется. Плавно руль крути. Прибейте его сюда. Так, Сёму не утопите мне. Левей! К этому берегу! Все, вот он причалит, правее теперь, да. То есть сразу на таран шло. Сейчас будет самое сложное. Все, припарковались. Слушай, он вообще там не слушался. Вообще нет, больше не дадим. Кого не слушается лошадь, тому лошадь не дают. Ой. Ой, страшно? Не, не страшно. Там вообще течение, я направо, он в другую сторону. Я туда, он в другую сторону. Вообще, неправильный велосипед, да? Резко. Куда ты полез? Ну-ка вылез из воды. Резко, нельзя. Чуть-чуть. Вылез из воды, иначе сказал. Он волну уже не берет. Дивар, поласкивай ноги и выходи. Поворачивай. Выходи, колеса, чтобы чистые были. Так, Корнауха, пусть в воду. Подняли, не ждем. О! Вот до травы, да? Чистенько, чтобы было. Нет, нет. Я командую. Все, давай вот сюда. Так, а что ты мне вытащишь? Мама, да ласка с телефона. Людика. Я хочу. Алексей Викторович, кайф. Тело. Или пока. Опа. Рядом. Опа. А так все нормально. Нет, вот, вот сейчас как раз нет. Для него. Я, зачем бежать? А почему? Так давно мир не видел. Помогайте, собирать, чего вы сидели, я должен один. Несчастье. Сёма! Нажми ее туда, она должна. Сворачивай, дружок. Можно? Воды вот еще, мать. Тебе какой? Вот горячий, холодный? Холодный. Отвечай, не катался. Ничего не знаю. Ты купался, у тебя много энергии, раздавишься. Они поедут спереди. Значит, мы ехать будем медленнее. Ой! Не дай эту штуку. Во-вторых, они сгорели. Ну все, сейчас 15 километров обратно до Хурбы. И потом 25 до Комсомольска. Итого еще 40 километров.
Тётя, вы направо, я налево. А можно по своему самочувствию ехать? Какое у тебя самочувствие? Ты в банде, понял? Я тебе покажу по своему самочувствию. Дядя Саша мне все расскажет. Ты не покажет. Прима загара, дайте нос помазать. Намазали нос кремом от загара, целый день на солнце, сразу не обратил внимания, что нос тоже сгорел, красный. Вот наш велопоход, велопробег на сегодня заканчивается. Мы практически километров 80 отмахали. Все живы, все довольны. Всем понравилось. За стол садимся. Я говорю до свидания. Уходит, можно да? Чай попить? Чай пьет Витя? Я, можно, пожалуйста. А ты-то за что? Ну, пожалуйста. За чем? Мы его приводим. Ем домой котлету ешь. Мы его проводим. Да, мы его проводим. Домой, Витя? До выезда, да. Я могу только чай попьем. У меня там кружечка с динозавриками. Так. Заходим, фантики предъявляем. А у меня шоколадка растаяла. Саня Петрович, габариты горят. Ну все, друзья, я с вами на сегодня прощаюсь. Вы были на канале Мир в 4К. Всем спасибо. До следующих выпусков, до следующего видео. Пока.